Что вы едите, Игнат Иванович? Едите? С Никитой. Сегодня 14 апреля. А вчера у нас самое длительное, самое, как сказать, трудное для калорий. Теряли много. Моление было вечером. Канон Андрею Крицкому полный. Вот у старобрядцев он еще полнее. Они, говорят, до 6 часов доходит у них. Около 1000 поклонов земных. И дается льгота раз в году только. Кто был на молении, это молился, кланялся, то сегодня разрешается растительное масло. Вот удивительно, церковь, любящая мать. Именно за труды и меняется, ну сказать, даже то, что на стол можно подать-то. Меню меняется. И вот мы посчитали, что сегодня вот Володя у нас изготовил суп с маслом растительным. Что здесь? Крупы разные, лапша, тут что-то добавляется, и растительное масло. Растительное масло на плиту не попадает. Когда уже сварил, только тогда наливается. Только тогда. Растительное масло не поддается термической обработке. Это в дальнейшем рак желудка, рак печени, желудка и кишечника. Ни под каким видом. Вот, значит, суп сварил. Вчера сварил я горошницу. Горох обыкновенно. Маленько не убрал, тут какие там встречаются. Ну, я не знаю, что там у ней бывает. Черненькие. Они с зубами уходят. Это добавляем, вот считайте, два. Добавка вторая. Дальше у нас сухари. Хлеб кончился, размачиваем. Сухари. Третье. Лук. Чеснок. Четвертое, пятое. Варенье. Варенье клубничное. Вот оно. О, вкусное. Шестое. Да? Шестое. Так. Свежемороженные ягоды. Это что здесь? Смородина, крыжовник и вишня. Это три разные ягоды, смешанные в отдельно. Вот там уже считали 6, это уже 9. Дальше. По прянику Володя дал, я уже надкусал. 9-10. Печенье по 5 штук было. 10-11. Финики. Финики по 3 Володя дал. А 12. Я говорю, 12-12. Оказывается, у нас в термосе разогретый березовый сок свежий. 13. Ну так можно поститься-то. Но молочного нету, мясного нет, яиц нету. И вот ты нас на этом и захватил. Мы тут пиршество утром сегодня. Так можно поститься-то. Ну, православных пост-то такой, несерьезный. Настоящий пост, когда ничего не едят, не пьют. Ну, как мы считаем. Но, однако, иногда бывает только пища. Вот постились отроки. Воздерживались от какой-то царской пищи. Вот питался одними цветами ездра. В раю там они не ели еще мясное. Это тоже пост, разновидность. Ну а как у мусульман? До захождения, а потом до утра обжирайся, хоть 3 барана съешь. Это тоже, какая разница? Только перенесли место где-то. У нас посерьезнее. Вот когда первая неделя поста, понедельник и вторник, ни пить и ни есть, ничего, ни капли, ни грамма. В среду один раз сухоедение. В четверг ни пить и не есть. Кажется, в пятницу один раз сухоедение. Ну а суббота-воскресенье во всем посту, постом не считается. Можно растительное масло. Растительное масло, когда с плиты снимешь, только тогда подливай. Никогда не жарить, ни пирожки, ни подмазывать, ничего нельзя делать. Вот я показал сегодня, какой у нас утренний рацион. Ну, пожалуйста, держи. А можно по-другому. Ну, остальные дни можно, но сегодня мы льготники. У православных еще интересно, вот если постный день, а тут престольный праздник. Даже в среду вот попадает у нас святого Анфима, это 16 сентября, то у нас разрешается рыба. А в Барнаул доедем, это же человек, который наш общий, то тут ему нельзя рыбу есть уже. А тут вот крестовоздвиженская. На крестовоздвижение день постный считается. Ну а раз престольный, разрешается рыба. Ну там, конечно. К нам приедет Потеряевку, в этот день рыбы нельзя. Тут нетрудно сказать, так что такое фарисейство? Ну такие вот мы фарисеи. Из фарисеев получались апостолы. А из садукеев никто. Фарисеи это православные, садукеи это все сектанты, все, кроме Вселенской Церкви. Тут можно найти аналогию. Очень понятно. А сколько тратите, вот спрашивает. Трудно сказать. Вот Володя поработал, и сестра Валентина Барышникова там, у сестре помогал. Она ему там пряники вот это, да, вот это печенюшки, это такие, слово сказать, печенюшки много есть, это вредно. При повышенной температуре готовится и все.
Пряник не вредный. Большой пряник у нас норма была в лагере. Один пополам. Тут нужно сказать, я просчитался один раз. Я говорю, по одному прянику в дороге. Мои сестры пошли, Валя Барышникова, Галя Гладких, пошли, где-то были, кажется, они были где-то около Тулы там. А там тульский пряник. А пряник этот вот такая вот шайба. И они по одному решили съесть. Пришли там, а нос там, и вот эти запачканные, там, что они. Я говорю, так я же говорил, по одному прянику. Мы по одному и взяли. Ну и правда, тульский пряник, а он в отдельной там, ну как тарелка такая вот. Так интересно есть. Вот сейчас... Березовка. А сколько березовки пить надо? Сколько можешь? Сколько можешь? Тут бабушка одна болела, я ей дала, и она, ну не знаю, она литры две выпила, нет, из нее песок пошел. Она пошла, из нее просто выбивает. У кого какие камни, березовый сок берите, не магазинный. Там они разные антикоагулянты дают, добавляют, вредные. У нас тут когда готовят разное, ну... Осенью там фаршируют, маринуют, чтобы нигде не было никакой эссенции уксусной. Намертво запрещено, это яд. Об этом Жириновский говорил. Вот эти консервы, это все яд. Это на случай только войны, когда уж ничего нет, выбирать нечего. Если портится, черви едят, это означает продукт хороший. Если черви не едят, подумай, почему не едят? Вот бананы, они хорошие. Их каким-то там что-то... связано с излучением, облучают, а потом их кладут, их ни одна мошка не ест. А если мошка нападает и съедает, это значит хорошая, не отравленная. Тут надо приглядываться еще. Вот пищу, между прочим, сказать. Вот у нас хлеб печет одна сестра. Мне помогают для детского лагеря, тут одна организация, муки. И бывает, мука остается. Ну, вся наша обслуга работает бесплатно. Не я, но у меня пенсия хотя бы 6 тысяч. Вот, это $120 примерно, 115 за месяц. А у других, у ребят-то ничего нету, поэтому им надо что-то сделать. Нам нужно варенье, нужно ягоды собрали и прочее. Тут организация дает сахар, там мешок дали, нам хватает. Растительное масло кто-то дал. Муку вот она нам стряпает, мешок ей, мешок нам, мы делаем муку. И зиму так за хлеб почти не платили нигде. Где-то что-то рыбу маленько купишь, то есть совсем-совсем дешево. Это вот все, кто-то дал, Татьяна, наверное, Капустина. У нас один человек навадился ходить. Это из большая организация, он Макси, это Мария Ра, это Ракшин фамилия его, миллиардер. Я его не видал ни разу и ни разу не обращался к нему за помощью-то. И у них вот здесь вот маленькое гнилье появилось, и яблоки. Вот это выбрасывается. Все уже, яблоко выброшено. Но у нас знакомый человек, он туда приходит, и они тут же их выбрасывают прямо. Он прямо оттуда их берет. Там и бананы, и чего только там нет. Он прям совсем хорошее. Один раз принес прям такие вот большие коробки шоколаду. А там где-то заплеснело маленько-то. Ну, видимо, за ними следят. И он очень ценит свою репутацию. Поэтому, видимо, что за ним нарушений никаких нету. Выбрасывает очень хорошее. Там и лук свежий там. И оттуда... А тут большие парники в городе. Просто огромная плантация. И там копошатся люди, они выбрасывают, у которых какой-то брачок есть. Она совершенно хорошая. Хорошая. И поэтому у нас здесь мы бедные люди, и у нас это все обходится дешево. Вот, это намного дешевле, чем есть. Вот из этого хотелось сказать, надо научиться жить дешево. Дешево, то есть бесплатно почти. И мы к этому подошли. И сколько надо пить? Мы с Виталием Усиновым как-то были, приехали, когда потеряли кушу и не начинали восстанавливать. И мы за день выпили по 10 литров. По 10 литров. Ну, костерок горит, маленько подогреваем. И главное, с нее никогда не простывали почему-то. Я не знаю. Так из тебя идет уже совершенно чистая, как вода. На целый год прочищено. Чтобы кто-то пил много березовки и какие-то камни в почках, я даже не слыхал. Поэтому, когда нас приносят тут, фляги привозят целые, мы сразу выносим, раздаем. Все, конечно, бесплатно все делается. Батюшка, я говорю, много набрал? Он что-то сказал нынче. Я не ошибся ли, что 400 литров, что ли, там невероятно много. И все это он уже с холодильника. Ну, нам-то сделайте, так она прокиснет. Я не знаю, насколько верно, говорят, туда надо опускать сухой изюм, кишмиш. И тогда не закисает. А что закисает? Это неплохо.
закисает молоко, закисает, ну, кумыс сделают из него, простоквашу там разное. А это, ну, она кисленькая будет, но очень хорошая. В прошлом году мне одну девочку привезли. Сколько ей Вики-то было-то? Лет 6, наверное? Ну, где-то так, ну. Да. И она сразу, и два брата, говорят, у ней почки что-то не ладно. А девчонка боевая такая, нормальная. Я ее сразу отделил в лагере, и каждое утро, чтобы она выпивала кружку, у меня, кажется, в Березовке батюшка дал. И ложку, полную ложку, столовую меду, мед спасите, купил для детей. Не знаю, недели две прошло, она вообще забыла про болезнь. Спрашиваю, болит? Ничего не болит. Все. То есть надо смотреть. Вот я показываю и рассказываю. Вот ребята уйдут, а я остаюсь один. Ну, без них-то их нету. Это у нас просфоры, святая вода утром всегда. Никогда лишнего не взять. Вот они ушли, пряники уже мне недоступны. Они вот все лежат. То есть не понарошке надо все делать. По-серьезному. Не так они ушли, а я теперь взял бы один, слопал. Володя все по счету нам выдает. И я что оставляю, тоже счетом. И поэтому у нас, Никита, Володя, у нас никаких подозрений нету. А сейчас будет вот, во дворе у меня здесь, крапива растет такая мелконькая. Она очень витаминная. Чеснок, лук, бутун. Третья, ревень растет. Листья одуванчика и листья репья. Вот пять. Взял. Для виду тут сунул, у нас воды там мало где-то. И дальше мелконько изрезал, и толкушкой, вот толкушка-то есть, и толкушкой из толок. Вот. Вот так вот положишь в кастрюлю-то, и вот бьешь, она, ну, размягченная была. Все, можно потом и варить ее, а можно лучше сырую. Вот только-только маленько, и у нас еще дешевле будет, витамины будут. Ну вот и все. У нас отдельно корень солодки накопанный, отдельно шиповник. Это все бесплатно. Все это свое, сами брали где. Я вижу, корень солодки-то еще остался. Это от бронхов. Вот оно, куча целая лежит. Вот оно. Это же корень солодки? А! Не знаю. Ну да, вот он лежит. Какая куча большая. Корень солодки. Вот так. У нас все есть. Несмотря на то, что в бедности. Мы каждый день молимся. Научи нас, Господи, жить в бедности. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Аминь.